Привет, мухоязы, друзья, а также гости моего канала. Сегодня разберем один интересный материал – лакоткань. Лакоткань – это электроизоляционный материал, поэтому искать его надо в электротоварах. Мухоязки используют два вида – ЛКМ, ЛШМ, где К – это капрон, Ш – это шелк. Нам, конечно, предпочтительно ЛШМ. Шелк отлично красится и по толщине с шелковым наполнителем тоньше гораздо изоляции. ЛШМ 105,0,06 мм, 0,2 мм. ЛКМ от 0,1 до 0,2 мм. Я использую ЛКМ 105,01. Ну, при покраске капрон практически не красится и остается белым. Ну, тоже интересно для мушки. Ну, в общем, вот так она выглядит. Есть небольшая хитрушка. Бахромить надо с той стороны, с которой рвется. То есть попробовали с одного края. Опа, оторвалось. Вот с этой стороны надо бахромить. То есть бахрому мы будем делать именно с той стороны, где оторвали. Сворачиваем в трубочку. И вот этой стороной замачиваем ацетон. В ацетон буквально макаем, не надо замачивать, как я сказал. То есть макнули, раз, два, три, четыре, пять, все. Не надо сильно ее расквашивать. Развернули. И какую нам надо бахрому, такую и делаем. То есть надо 5 мм, надо 2 мм, надо 1 мм, то есть все уже по вашему мнению, какая нужна. Почистили от лака, ложим на досточку, отмеряем ленточку и отрезаем. Ножик должен быть острый, естественно. Все отрезали, отбросили в сторонку. Вот еще раз можно ободрать, а потом надо опять замачивать вот стон. То есть он махом испаряется. То есть опять надо сворачивать, макать в ацетон, макать именно, еще раз говорю. Ну, то есть два раза оборвали, замочили в ацетон. Иначе потом она, ацетон высыхает и плохо бахромится. Ну, в общем, как-то так. Почистили, положили, отрезали. Ну вот, что получилось у меня. Такая вот ленточка.